Yeah!
Thank you.
Нет, что-то на нем надето, не знаю. Там? Спасибо. О, боже. Серьезно? О, да, тут красиво. Круто, да? Да. А, я камеру забыла. А что с тобой? Так. И что ты тут делаешь? Да, просто решил отдохнуть, в себя немного прийти. Если бы он не сбежал, мы бы сейчас здесь вот так не сидели. Верно. Некоторые люди думают только о себе. Это точно. Да? Когда мне было 8, предки развелись. Как раз подходящий возраст, чтобы получить душевную травму. Потом я узнала, что развелись они через неделю после получения гражданства. И с кем ты осталась? С отцом. Мама была идеалисткой. И сейчас ею остается. У нее свои представления, что значит быть американцем. Ну, Родео Драйв, крутые тачки, большой дом на холмах. Это ж мечта. Наша семейка ей не соответствовала, так что... О. Да знаешь, я всегда думала... Что дело во мне? Что я виновата? Да, жестко. Уличный футбол. У меня ушло 10 лет, чтобы найти свое место.
Thank you.
Thank you.
держись, в следующий раз! Так, хорошо, хорошо, да. Все молодцы, но работы еще много. Ага, выиграйте у нормальной команды. Может быть, хоть это меня впечатлит. Жестоко! Ты думаешь, это смешно? Ну, вообще-то очень смешно. Питер Пенка получил пенку в домик. Тебе стоит проявить уважение. О, так ты сначала его заработай. Вбей себе в голову! Ничто и никто никогда не остановит меня на пути к чемпионату мира. И уж тем более кто-то вроде тебя. Чё? Пустое место прячется за юбками. Слышь, да ты просто клоун. Да, кстати, Пит, ты ноги не расставляй. Разозлили его. Да, это точно. Он свое получит. Now
сойти. Этот ролик просто взорвет твой канал. Ты серьезно? Твой канал? Вы только что выиграли свой первый турнир. Тут будут 1000 просмотров, Джей. Или больше. Ну-ну. Ладно. Хочешь что-то сказать? Вы выиграли. И? Вы прекрасно играли. И? Поздравляю вас. Так себе извинения. Но думаю, сойдет. Я пойму, если вы больше не захотите меня видеть. Но если вдруг я могу вам как-то помочь попасть на чемпионат мира, за мной должок. Не делай этого. О. Он сделал. Не-не, поверить не могу, что это произошло. Могу еще раз показать. О, круто. Так, убирай свою камеру. Готовьтесь поднять свой первый трофей. Да. Реф. Да! Спасибо, Токио! Твоя команда показала сильный дух в игре. Да, это так. Да! Йоу, Сид! Дай знать, если твоя команда захочет сыграть. Правда?